Уборка сахарной свеклы – это энергозатратный и очень ответственный процесс, ведь выкопать корнеплод из земли не так легко, а соблюсти при этом определенную технологию еще сложнее. Одним из самых известных и надежных производителей свеклоуборочной техники является компания Grimme, чья история создания свеклоуборочных машин начинает свой отчет еще с 2003 года, а продукция поставляется в более чем 120 стран мира. Наиболее интересным комбайном для аграриев является флагманская модель Grimme Rexor 630. Именно с ним мы и познакомимся поближе в этом видео. Приветствую вас на канале Лантек. Комбайн Rexor 630 представляет собой шестирядную машину с объемом бункера 45 кубических метров и грузоподъемностью 30 тонн, способную за час убрать до 2 гектар свекловичного поля. Основной задачей конструкторов, которые разрабатывали данную модель, было создание производительного, экономичного комбайна с бережным обращением к корнеплодам и почве. Особенностью современного свеклоуборочного комбайна является то, что он способен удалять ботву, подрезать и выкапывать корнеплоды последовательно за один проход по полю. Для комбайна Rexor 630 доступно сразу 4 альтернативы высокоэффективного ботвоудаления на выбор. Ботвоудалитель с системой inline и дообрезчиком, мультиботвоудалитель с системой inline и минимальным дообрезчиком, ботвоудалитель с системой inline и без дообрезчика и комбинированный ботвоудалитель со стандартным дообрезчиком. Ботвоудалитель оснащен гидравлическим копиром, который постоянно отслеживает рельеф поля благодаря двум указателям, расположенным в передней части ботвоудалителя. Поддержка высоты ботвоудалителя регулируется автоматически при помощи гидравлики. После системы ботвоудаления в дело вступает выкапывающее устройство. Тут комбайн Rexor 630 предлагает дисковые копачи с гидравлическим приводом. Диаметр копачей составляет 720 мм. Дисковые копачи имеют возможность перемещаться вправо и влево на расстояние до 40 мм в каждую сторону. Такое отклонение от прямолинейности движения способствует уменьшению потерь и сведению к минимуму травмирования корнеплодов. Ширина междурядий, на которой может быть настроен комбайн, 45, 48 и 50 см. Опционально выкапывающее устройство может быть оснащено гидравлической системой регулирования междурядий 45 и 50 см или 48 и 50 см. После того, как свекла выкопана дисковыми копачами, она подхватывается прорезиненными рабочими органами вало-толкателя и подается на вальцовый стол. Вальцовый стол включает в себя 6 очищающих вальцов, которые работают на высоте около 15 см над землей. Благодаря им происходит основная очистка корнеплодов от налипшей земли. Привод вальцового стола оснащен автоматическим реверсом, который активируется в случае попадания камней. Далее свекла попадает на ленточный транспортер, который переносит корнеплоды к просеивающим звездам. Ширина ленточного транспортера 90 см, а высота канала составляет 50 см. Благодаря таким размерам комбайн Rexor 630 способен работать с высокой производительностью даже на полях с высокой урожайностью. Следующее устройство очистки состоит из 3 просеивающих звезд, число оборотов которых настраивается бесступенчато. Диаметр всех 3 звезд 1700 мм. Направляющие гребенки могут быть гидравлически выставлены по высоте. Первая просеивающая звезда может быть отрегулирована отдельно, вторая и третья звезды настраиваются совместно с помощью гидравлики. Устройство очистки комбайна Grimme Rexor 630 оснащено автоматической регулировкой числа оборотов просеивающих звезд и кольцевого элеватора в зависимости от нагрузки, например, при изменении скорости машины или большого налипания почвы. Эта функция называется SpeedTronic. Общая площадь очистки составляет 11 квадратных метров. Третья просеивающая звезда направляет свеклу на кольцевой элеватор шириной 900 мм, который перемещает ее далее в бункер. Объем бункера комбайна 45 кубических метров. Для того, чтобы правильно и наиболее полно заполнить бункер, в верхней его части расположен наполняющий шнек. Благодаря ему сначала заполняется задняя часть бункера, а потом передняя. Процесс заполнения бункера контролируется 2 ультразвуковыми датчиками.
При заполнении задней части бункера датчик передает соответствующую команду, и Шнек меняет направление вращения в другую сторону, начиная перемещать подаваемую свеклу в переднюю часть бункера. Для выгрузки свеклы из бункера предназначен складной выгрузной транспортер шириной 1800 мм. Высота перегрузки достигает 4 метров. Вылет выгрузного транспортера рассчитан на формирование кагатов, буртов свеклы, шириной до 10 метров. Для подачи свеклы к выгрузному транспортеру предназначены два скребковых донных транспортера – продольный и поперечный. Вся работа по выгрузке свеклы происходит в автоматическом режиме, то есть в начале разгрузки продольный транспортер не активирован, чтобы не создать пиковых нагрузок на выгрузном транспортере. Но по мере того, как свекла из задней части будет разгружаться, продольный транспортер будет включаться автоматически и подавать корнеплоды из передней части бункера. Минимальное время полной разгрузки бункера составляет менее 1 минуты. Разгрузка может производиться как при остановленном комбайне, так и на ходу, непосредственно во время выкапывания свеклы в рядом движущееся транспортное средство. Опционально выгрузной транспортер оснащается двойным управляемым изгибом. Такая конструкция обеспечивает более бережное обращение с продуктом, а также уменьшает габарит машины по высоте в рабочем и транспортном положениях. Несмотря на внушительный размер комбайна, а это ни много ни мало почти 17 метров, несущая рама и ходовая часть объединяют в себе высокую маневренность, стабильность на склонах и бережное отношение к почве. Разделенная рама оснащена шарнирным изгибом с углом излома 35 градусов в каждую из сторон. Колеса на каждой оси также поворотные. Например, колеса на передней оси поворачиваются на 10 градусов, на средней оси на 20 и на последней на 32 градуса в каждую сторону. Благодаря такой управляемости минимальный внутренний радиус разворота машины составляет всего 7,5 метров. Кроме того, концепция ходовой части позволяет осуществлять передвижение в щадящем режиме путем переката в левую или правую стороны. Это означает, что комбайн движется по полю с небольшим смещением задней части. При этом колея всех трех мостов не совпадает, а колеса на средней и последней оси выстраиваются параллельно колесам на передней оси. Таким образом, колеса комбайна не проезжают по одному и тому же месту, не создают колеи и не переуплотняют почву. Взглянув на комбайн Rexer 630, первоначально может сложиться впечатление, что все колеса имеют одинаковый размер. На самом деле это далеко не так. Передняя ось оснащена шинами размером 800x70 R38, средняя ось шинами 1050x50 R32 и задняя ось имеет шины 900x60 R32. Максимальная скорость движения комбайна в транспортном режиме 25 км в час. Управление в транспортном режиме осуществляется только при помощи шарнирного изгиба в 35 градусов. Для стабильной работы комбайна на склонах он оснащается системой стабилизации Balance System. Эта система представлена активной маятниковой опорой. Кроме того, благодаря этой системе при передвижении по склону задние оси автоматически опираются на переднюю, а при заполнении бункера система стабилизации толкает заднюю часть машины в обратную наклону сторону, что повышает ее устойчивость. В качестве силовой установки комбайн Grimme Rexer 630 получил 6-цилиндровый дизельный двигатель Mercedes-Benz OM473LA рабочим объемом 15,6 литра и максимальной мощностью 625 лошадиных сил при 1600 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент достигает 3000 ньютон-метр. Запас топлива для работы комбайна – 1300 литров. Двигатель приводит в действие насосную группу с четырьмя насосными линиями. Гидравлические насосы, в свою очередь, приводят в действие трансмиссию и рабочие органы комбайна. В зависимости от необходимой мощности машины, число оборотов двигателя в поле и при движении по дороге изменяется в оптимальном режиме. Число оборотов выкапывающих и очищающих элементов остаются при этом одинаковыми. Это позволяет добиться максимальной топливной экономичности. Для минимизации обслуживания систем комбайна на нем применена централизованная система смазки, которая подает необходимое количество смазки с заданным интервалом ко всем важным механизмам. Кабина комбайна обеспечивает максимально комфортные условия для оператора на протяжении всей рабочей смены.
Она оснащена всеми необходимыми функциями, такими как климат-контроль, отопитель, стерео-аудиосистема, холодильный отсек для напитков и многое другое. Работа на комбайне во многом облегчается благодаря автопилоту, который, основываясь на сигналах от копиров ботвы и корнеплодов, надежно и точно ведет машину по полю. Оператору остается лишь контролировать работу систем машины, производить разворот в конце гона, а также осуществлять выгрузку. Если взглянуть на многофункциональный джойстик, то можно заметить, что кнопки на нем не имеют обозначения. Это сделано в связи с тем, что оператор может сам задавать на них любые необходимые для него функции. При этом изменение такой настройки происходит буквально в несколько касаний по сенсорному монитору, который имеет интуитивно понятный интерфейс. Комбайн оснащен камерами видеонаблюдения, которые расположены в самых необходимых для контроля местах. Всего таких камер 7. Изображение с двух выбранных камер всегда отображается механизатору на двух цветных мониторах. Благодаря системе Visual Protect на мониторы автоматически выводится изображение тех мест, где возникла какая-то проблема, например, произошел затор, увеличилась нагрузка или что-то еще. Кроме того, при движении задним ходом автоматически выводится изображение с камеры заднего вида, а при разгрузке бункера выводится изображение с боковых камер, наблюдающими за ходом разгрузки. Для работы в ночное время комбайн оборудован системой освещения, состоящей из 28 светодиодных фар высокой яркости, которые не только освещают пространство вокруг комбайна, но и подсвечивают все рабочие системы, задействованные в копке и очистке корнеплодов.
каждый раз на развороте поднимаешь ее? Кого? Вот она сама поднимается. А, она сама поднимается? Да, то есть на подъем вообще делаешь, она сама поднимает. Лишний уже. Как я посмотрел, там вот получается центральные вот эти усики, так скажем, они следят за рядком, да? А боковые за высотой? Боковые усики, да, высоту измельчителя регулируют. А вот в середине вот эти усики, они передние колеса, ось передняя крутят, ну, право-лево. Ну, то есть, вот это еще одни есть. Вот они в середине, видишь, стоят. Это уже назад идет. То есть задние колеса тоже подруливают, тоже по рядку идет. Там такие эти, как спицы такие, железки. Оно тоже рядок, в середине рядок держит. И стрелочка, вон, видишь, он стрелочка туда-сюда прыгает. Ну так вот обычно ты с какой скоростью ходишь, когда земля, например, не как сейчас? Хорош. Ну 6,5-7 можно ходить. Хорошо идет, спокойно. А здесь у тебя сколько сейчас? Сейчас 4,5. Ну, 4,4. Вот скорость показывает сверху. Ну, это опять из-за того, что сыро? Да. А второй монитор за что отвечает? Здесь два монитора, получается. Это в основном, как сказать, вот в середине этот джойстик. То есть можно менять, как сказать, чтобы кнопки вот меняешь, эти вот А, Б, С, и буковки, и этот. Управление джойстиком меняется. Что тут? Тут вообще в основном двигатель. То есть мосты, блокировка, запуск, что тут, температура, обороты, топливо, сколько остаток. Тут обороты регулируются, то есть можно прибавить, убавить. Здесь скорость, автопилот, то есть вот кнопка есть. Вот набрал, допустим, вот 6,7, допустим, едем 4,4 сейчас. Автопилот включаешь, вот он, видишь, сам скорость набирает. Mm-hmm. То есть, которую я задал, 6,7. Вот он ее сейчас 6,7 будет держать. Угу. Вот. Такая вот система тоже для удобства сделана. Ну, получается, тот монитор, грубо говоря, за машину отвечает, а этот за техпроцесс, как бы, за рабочие органы. Да. Здесь. Тут чисто настройки. Вот, то есть, что, обороты, глубина, высота там. Тут джойстик и, скорее всего, да, сам комбайн. И по сколько часов вот работаете у вас смена? Сколько? 12 часов? С 8 до 8, да, 12 часов рабочий день. И сколько вот, ну, опять же, в нормальных условиях, сколько гектаров получается убрать? По хорошей погоде, да, при сухой, то есть, ну, если прям вот поле идеальное, хорошее, ровное, длинное, вот как вот это, и сухая погода, то до 13 гектар можно, 12,5, 12-13 гектар можно убирать. То есть примерно гектар в час где-то? Да, да, примерно так получается. А если вот плохая, то 8-9, ну, там 10 навряд ли, это уже вот 8-9, короче, если вот с такой скоростью 4,5-5 есть. А по расходу с топлива сколько он съедает? Вот тоже от погоды зависит. Если нагрузки большие, то у него большой расход. Там до 50 литров доходит, даже больше 55 на гектар? На гектар, да. А если при сухой, то 35, 32, 30. Вот такой диапазон. Бак сколько здесь литров? Тонну 300. 1300 литров получается. Ночью тоже копаете, да? Да. Вот освещение здесь видел, светодиодное везде стоит, да? Хорошо видно? Освещение обалденное вообще. Скажи, одна фара 50 тысяч стоит. Вот это вот. Это сервис приезжал, когда сервисник. Ага. Вадим, вот его звать, он сказал тоже, похвастался, говорит, тут фары, говорит, ого-го. Хорошо, аккуратно, говорит. Вот со старым гримом, который, говоришь, 620-й. Угу. Прям чувствуется разница в производительности, например? Нет, одинаково. По мне, так они вообще одинаковые. То есть он. Разница в том, что бункер разный, объем. И что? Ну и добавили здесь вот БМ, считай, подсветомеситель сам регулирует высоту. Там нет такого. И боковой этот, как сказать, ну, батву кидает на бок. А там такого тоже нету. Там только под себя он. Он только под себя ложит. Только под себя. Ну и все, в принципе, так-то в основном.
вальцы, и там тоже разные немного доработка есть. А так он по производителю все одинаковые. Что он 10 гектар делал, допустим, что я... Вот мы вдвоем РСИ работали до этого в день. Друг за дружкой. Да, друг за дружкой. Одинаково все. Скорость одинаковая, все одинаковое. Понятно. В общем, преимущество в трех мостах здесь только на размер бункера влияет. Ну, в основном, да, наверное, я так думаю. А вот смотри, смещение у тебя, вот идет комбайн со смещением, то есть, чтобы по одной колее как бы не шли. У тебя, ты сам задаешь, да, вот это смещение? Как бы можно сильно, можно слабо. Все вообще, это... да, это через настройки, через компьютер можно делать, да. Это вы подобрали такие оптимальные более-менее, ну, да? Ну, стандарт, то есть, как вот он идет, то есть, у нас настройки стандартные, так вот он и ходит, нет, не меняли. То есть, при заходе, вот, например, когда ты в загон заходишь, он у тебя автоматически сразу, как бы, то есть, да, ты дополнительно ничего не включаешь, не нажимаешь? Ну, вот тут джойстик, то есть, ну, то есть... вправо-влево вот он включает, в правую сторону уходит или в левую. И я же тебе говорю, там две функции он выполняет, джойстик. То есть и сразу включает, что приды копировал, копируется, и уходит в сторону, то есть в бок. Бережный, как он называется, бережный, забыл, как-то в книжке я читал. Вот смотри, ты заднюю передачу включил, у тебя сразу камера автоматически включилась да, заднего хода. Да, все автомат включает. То есть если ромашку начинает забивать, ну, тяжелые обороты, нагрузка большая, все, он сразу начинает включать этот. Именно показывает, что там какая-то проблема, то есть вот нагрузки идут, все, надо обрати внимание, да? Да, да, обрати внимание. На выгружной тоже так же, вот сейчас вот тоже посмотришь это. Выгружной, если откроешь, вот, ну, считай, он автоматически это включает. Сейчас камеры все переключат на выгрузку, будут работать. Вот, видишь, включилось, то есть. Все, сразу две камеры на выгрузной уже. Ну, получается бункер, нижняя камера, верхняя камера уже идет сам... То есть, ну, смотреть, куда грузик вываливать. Скорость выгрузки тоже сам регулируешь? Да. Транспортер? Да. Все на джойстике под рукой, так сказать. Ну, вот здесь, кстати, у этого комбайна вижу отличие, например, той же ропы. Там агрифак или еще чего-то. У них вот здесь же пульты дополнительные еще. Да. Здесь все в одном встроено. Здесь ничего лишнего уже нету. Все здесь уже. Нет, у них может такая специфика идет. То есть, может, заводы так. Они, по-моему, друг друга скопировали. Они очень похожи, вот, мне кажется, вот Холмер и Роппа. В основном. Автоматическая смазка здесь стоит, да? Да. Интенсивность включения, это все в автомате происходит? Все в автомате, ничего не делаешь, не нажимаешь, ничего. Только бачок надо будет закачивать смазку, то есть смазывающую жидкость. Угу. А вот то, что руками, так сказать, ручками есть, мазать, есть да? Есть, видел я вот там вот где-то. Цилиндры, вот. Где вот такие, вот в основном здесь вот на этого, как он называется, на корчевателе. На корчеватель вот, общий. В основном на корчеватель. На выгружном, здесь вот где складываются цилиндры, там гидромотор наверху стоит, тоже мажется. Потом что еще? Здесь вот, по-моему, нет, с этой стороны нет. Здесь центра смазка вот стоит, а там в середине крестовина есть, тоже мажется вручную. Есть места, короче, где мажется. Транспортер вот сам выгружной, вот где внизу он цепи стоят, там тоже есть толотницы, мажется. Привод на все три моста автоматический или какой-то, например, вот отключаемый, грубо говоря? Вот, насколько я знаю, по-моему, у РОПа последний мост, так скажем, он не постоянно может работать. Здесь такого нету? Мы даже не пользовались. Нет, здесь есть вот блокировка, есть автомат, то есть он начинает пробуксовывать. Ну, это везде, по сути, такая штука есть. Он сам автоматически подключает, когда надо, когда пробуксовка идет. И... Это авто тоже. Не знаю, мы не пользуемся, в принципе. Ни случая не было, короче, чтобы проверить, использоваться, да? Да. То есть он тяжелый, груженный, и он и так тащит. Здесь получается, это конец, как сказать, подающего транспортера, который уже на звезды подает, да, на ромашке? Да, он под кабиной стоит. А это уже где-то примерно посередине ромашек, да? Да, да. Они как-то звездные. Как
как-то по-другому называется. Ромашки это же мы. Ну, они ну, похожи на ромашки, мы уже сами для себя придумали. Ведь меняет сколько тут? 7 камер. Первая это сзади. Ну, как задний ход, когда включается. И можно самому включить. Вторая. Ух вот, ты. Под капотом. То есть вот она камера стоит. Вон возле глубину. На дорезчике высоту как правильно сказать, высота дореза, что ли. То есть сначала же БТВ-измельчитель, он как бы общую основную массу убирает, а потом уже стоят дорезчики, ножи там, вот они прыгают на свекле, и вот эту глубину высоту высоту подрезание, да, высоты, хрен это как правильно сказать. И вот у него, считай, камера стоит, смотрит на что рядок, то есть вот рядок сам идет белый. Ну блин, его, наверное, не видно. Грязь кидает. Ну, по мне, так она что-то больно ненужная камера, я не знаю почему. Ну тут да, особо такой она... информации то да, вроде бы. Да. Особо я и нету. Так как бы вижу там, потому что чуть только поближе и все. В основном. Что-то еще есть. Третья, считай, вот стояла. Это транспортерная четвертая. Ну, они, то есть, дублируются. Это. Получается, уже со звезд вот уходит на загружной транспортер и в бункер попадает. Следующие какие? Шестая, по-моему. Ну, это выгрузной. Бункер, да, и седьмая, это тоже вот когда... Это сейчас хобота же нету выгружного. Ага. То есть он сложенный, а когда вот раскладывается, его здесь видно. То есть она тоже включает при выгрузке. Ну вот она автоматом. Да, автоматически. И получается, если где-то случается какой-то затор или еще что-то, он в автомате включает, да, вот эту смотри, камеру. Допустим, да, вот даже настройки, если делаешь, то есть вот эти звезды можно скорость вот, увеличивать и уменьшать. Вот я если начну, видишь, он их включает, сразу мне показывает, как бы, чтобы я смотрел, с какой скоростью меняется, что или не меняется. Вот они моргают, вот раз, он сейчас свое положение взял. В основном вот эти вот звездочки. Ответственные моменты. Да. Вот тоже видишь, этот, скорость загрузки, получается, транспортер загрузит, с какой скоростью крутится. Тоже если начнешь регулировать этот, показывает. Что еще интересно? Что тут добавили? Добавили дворники, боковые, задние. На том нету такого. Зеркала складываются, ну это, наверное, везде есть, то есть можно едь возле посадки, кустов едешь, сложил, да, то есть тоже автоматическое сделано. Что тут еще есть? Ну, регулировка на этот, как положено. Климат-контроль. Да, климат-контроль, туда-сюда. По-моему, на улице тоже градусы показывают, да. Ну, что-то 12 градусов, мне кажется, навряд ли там будет. Ну нет, так по ощущениям есть. Да хрен знает, ты выходишь, чтобы прохладно. Шторки. Добавили тоже по бокам, со всех четырех сторон, спереди, сбоку, сзади тоже. На том только передние и задние было. Ну, в целом, получается, как бы на комбайне не так сложно работать. Да, вот как видишь, сижу, грубо говоря, заехал, заезжаешь, выгружаешь, заезжаешь, все. И, ну, как бы за процессом следить надо, естественно, чтобы не сидеть. Но еще и чистишь ты здесь. Ну, это обязательно, без этого никуда, на секвенсе комбайне только так. Когда это поднимаешь, когда не работаешь, там есть этот заборчик, ну как шторка, она закрывается, открывается. То есть открываешь, она начинает ботву поднимает, ну тут шнек внутри стоит, на шнек и кидает. Ее закрываешь, то есть шнек уже остается закрытый, и оно кидает уже под себя вниз. Вот такая система, короче, работает. А если ее шторку не закрыть, то будет пипец. То завалит весь шнек, потом чистить надо будет. А здесь вот ты говорил, что на этой части поля включаешь разбрасывание, на той части поля выключаешь. Да. Это связано с березкой? То есть тут... С сорняком? Нет. Ну, в основном, да. Тут свекла очень глубоко сидит в земле. Ага. И у меня дорезчики, которые, они по свекле, когда прыгают, они не собирают ботву. Угу.
Вот, если... А тут она очень глубоко сидит. И они не прыгают, то есть они как бы по земле прям просто вот так вот плывут плавно. Угу. И если ботву не выкидывать, ботва же под себя, и он начинает эту ботву гребсти перед собой, набирает. И здесь вот целая куча прям ботвы, вот где дорезчики вот стоят. А там свекла покрупнее, то есть она повыше сидит от земли, они, то есть, перепрыгивает и уже не собирает ботву. Поэтому я там и не кидаю, а под себя. То есть оно не собирает. А почему, например, везде, грубо говоря, ты не раскидываешь? Ну, это от агронома у нас зависит. А, это он как бы сказал, он да? Он сказал, да. Ну, вообще, нигде мы не раскидываем, стараемся. Это в крайних случаях, то есть, вот таких, допустим. Чтобы обрабатывать легче было? Не то, что обрабатывать, оно, то есть, уже как самозаделка идет, самозаделывается уже. Не надо там это. Ну, один хрен оно это остается. Когда вот дискуют, прям видно полос, вот как если валил. Все понятно. Получается, раскидывание это, грубо говоря, крайняя мера уже, когда под себя не получается. Да, да, то есть, если мешает работе, прям серьезно. А так просто так, если все хорошо идет и кидать, нет такого, типа, это как бы не тонус. Необходимость. Да, да,